16 января Дольфи запускает свой первый стрим, где он проходил Good Eater. Проходит некоторое время, и он сливается на 96% второй раз. Но потом он его, конечно же, проходит за 7768 попыток. Просто да, огромный ему град. Good Eater принес ему неплохую репутацию. Подпишись на канал Шарина. В скором времени он будет снимать новый разнообразный контент, будь то прохождение демонов и не только. Этот человек не даст вам заскучать. Ссылка внизу под видео. Всем привет, с вами Дольфи, и сегодня я пройду два нереально красивых и крутых Insane Demon'ом. Как видите, у них у обоих оценка эпик. Давайте начнем с Crazy. Он легче, чем первый, поэтому давайте с него начнем. У них вот такой эпичный стиль. И вот эта серия Crazy удалась очень удачно у него. Ладно. Вот начало, вот этот уровень не представляет особых сложностей. Я даже этот некоторый момент просто с первой попытки в практике проходил. Ну не все, конечно. Вот тут даже есть некоторые тайминги. Аккуратно. Есть и полегче части. У этих, у обоих уровней такая классная музыка. Мы уже сами ее слушаете, да? Сейчас. Не хочу я сливаться на 97%. А там возможно слить. И даже очень. Опять. Наконец-то. Тон. Теперь тут слил. Еще хотел сказать. Мне даже копии не пришлось делать, чтобы потренить эти уровни. Да, вот так. Блин, какой раз я уже там умираю? Конец. В смысле? Так. Вот это прикольно. Прикольный момент. В смысле? Я тут в практике ни разу не фейлил. Сразу вам скажу. Так, монетку берем. Дру-дру-дру-дру-дроп. Парабам. Я уже совсем... Я, знаете, я тренил вторую часть, я уже первую совсем забыл. Парабам. Тут-тут-тут-тут-тур-дур-дум. Че я делаю? Серьезно? Давай. Ту-ту-ту-ту-ту. Хе-хе-хе-хе-хе-хех. Чёрт, что произошло? Ту-ру-ту-ру-ту. Все-таки слился. We'll be right back.
Джи-джи! Палочки, почти уже 11200. Без аудитового мода, конечно же, прошел. Вот именно этот уровень, мне кажется, Hard Demon. А вот вторая часть уже, возможно, Insane Demon. Ух, вот и вторая часть от этого креатора и серии Crazy уровней. Как по мне, здесь декор выполнен намного лучше. И музыка, соответственно, тоже. Поначалу уже можно видеть крутой декор. Нет, ну тут пока он не такой крутой, но он будет дальше. Так. Опасные моменты. Слился на одном из них. Да что я такой? Блин. Как я так свалился? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин. Да что такое? А, лол. Вот эти шарики прикольные. А, будет прикол, если я вообще флюкну. Вау. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, аккуратно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так-так-так-так-так. Всё. Лёгкий корабль. Пам-пам-пам. Давайте флюкнем. Блин, всё-таки свейлим. Давай. Так, сейчас будет шар. Блин, чё я так не успел? А. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай. Держи. Хорошо, так я флюхнул, знаете ли. Фух. Блин, 111.95 звезд. Ну вы поняли.
Вот это я считаю, что это уже инсейн демон. 305 попыток. В два раза больше, чем на прошлой части. Но